Уважаемые соотечественники, пошли последние сутки регистрации претендентов на пост президента. Так что встали вдоль стеночки в порядке живой очереди. Пропустите, я на всякий случай со справочками ездил. А ну-ка, предъявите, что за справки? Из фельдиспансера и от нарколога. А этих нам не надо. А вот из налоговой. Зачем? Что все мое имущество принадлежит не мне. Нищих нам не надо, у вас нет самой главной справочки. Какой? Регистрационный сбор со штампом уплочено. Так что проходим, следующий. Что вы мне суете? Права на управление самокатом. Зачем? Других нету, а порулить хочется. Мечта у меня такая с детства, страной руководить. Образование? Техникум, но я очень долго учился. Национальность? Ни одного родственника в России. Привлекались? Я, как и все. А где ваши уплочены? Вот, зарегистрирован. Избирательная комиссия Воронежской области накопила в течение 20 лет уникальный опыт работы с молодежью по изучению избирательного законодательства и формированию у учащихся гражданско-правовой культуры. В последнее время это проходит в форме олимпиад. 4 основных этапа. Это школьный тур, потом районный тур, потом зональные олимпиады и вот областная. Ну, безусловно, самый накал страстей – это на областной олимпиаде, на которой участвуют уже те, кто трижды победил. Или в школе, или в районе, или на зональной, так сказать, олимпиаде. Понятно, что здесь сходятся, так сказать, команды, уже, я говорю, ну, наиболее подкованные, наиболее, что ли, зарекомендовавшие себя на предыдущих, так сказать, этапах. Поэтому областной тур он вызывает вот, ну, такой накал страстей, и каждая команда, ну, считает, что она выступила более удачно, чем оценила ее жюри. Снова набили в тени камеры, захожу я в тот зал огромный, скоро близится выбор важный, потом люди совсем не знакомые. Здесь отчеты и три совсем главные. Вот опять начинает заново, а вокруг все покрыто тайною. И опять крещен идет планом, я закон все строже. Выборы все ближе, кандидатов больше. В списках я увижу, выберем мы сами. Что же станет с нами? И законы знают. Генератором всех идей, наверное, в Российской Федерации является Селянин Владимир Егорович. Это точно. Здесь можно подчеркнуть, как я уже говорил, очень много полезного для развития избирательного законодательства в Российской Федерации, повышение правовой культуры молодых избирателей. Мы с ним общались сегодня, и у нас будет научно-практическая конференция в Белгородской области, где-то в середине декабря. Мы там заострим это внимание. Со мной приехал еще коллега с Белгородского района, и мы выходили сегодня с предложением Владимиру Егоровичу провести межрегиональные такие вот соревнования, отобрать зональные команды и лучше выставить на обозрение и на победителя. Было бы очень даже интересно.